Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы начинаем играть в игру Anti-Terrorist Rush. Миссия первая. Ну что ж, давайте посмотрим, выдвигаемся в атаку. Так, вот бежит у нас чувак. А, специальная атака выбираем. Хорошо, я понял. Есть. Ух ты, прям хорошо мы так. А в этого я попаду? А, хорошо. Ну, смотри, хорошо, что он просто бегает, нам не приносит урон эти самые снеговички. Так, проехали. Прошли уровень. Следующий. Отправляемся. Миссия первая. Угу. А это мы типа у нас в тренировочной, да? А, вот у нас и ребятушки пошли. Так, давай попробуем в этого стрельнем. Есть! Так, здесь надо так вот интересно попадать в них. Так, где у нас вот кулак идет? Есть! Одного уничтожили. Так, и скоро у нас закончится, я смотрю. Да, закончились у нас. К сожалению, ножи. Попробуем так, значит, побежать. Так, денежки мы заработали. О, первую миссию мы с вами, ребятушки, прошли. Хорошо. Уровень 2. Дальше едем. Вот, мы отправляемся уже на остров. Угу. Что здесь мы видим? Так, опять у нас вот эти враги. Так, давай это сразу. Щелкнем. Ой-ой-ой, смотри, какие они активные, а. Так, и сейчас кого вот этого щелкнем. Есть. Так, а ну-ка идем. Давай-давай, у меня уже кончились, к сожалению, ножички. Так, этого, видишь, сейчас он добьется. Ой-ой-ой, все, ребятушки. Отходим. Давайте посмотрим снаряжение. Снаряжение бесконечные, патроны, ножи у нас метательные. Здоровье, давайте улучшим здоровье. 50 долларов стоили. Ух ты, нифига. Пистолет. Так, давайте сделаем урон повыше. И у нас еще есть прокачка. Прокачка персонажа, я так понял, да? Ох, ребятушки. Прокачка нам будет за звезды. Автомат, первый уровень. О, собака первый уровень, давай купим. И у нас еще есть, ребятушки, вот такой вот пирана. Давай гранат возьмем. Отправляемся дальше. Поехали, посмотрим. У нас должен быть появиться пес. Песика мы будем вызывать с вами, ребятушки. Ладно. Пока не будем вызывать. Ай, ё-моё, не успел. Стрельнул меня, гад. В этого сейчас стрельнем. Так, ай, ах, видишь. Ладно, давай вызовем пёску. Пёска. Молодец. И все, да? На этом. Я гранату даже не успел использовать. Поехали опять еще раз попробуем. Я должен гранатку использовать. Так, этого мы не будем пробовать. Этого щелкаем. Этого щелкаем. А, в принципе, и сам стреляет неплохо. Так, гранатку давай сюда кинем. Есть. Так, пёсика, пёсика, срочно пёсика. Ой, молодец, пёска. Уничтожает. И убежал пёсик, да, наш? Всё, понятно, ладненько. Угу. Давайте улучшим снаряжение. Давай прокачку сделаем. А, у нас есть одна звезда, да? Давай купим автомат. Почему бы и нет? А ну-ка, будет с автоматом бегать? Сейчас я не знаю, просто с пистолетом и с автоматом, да? Да, есть автомат. А, вон как. А, прикольно, слушай. Автомат. Мы запустим сюда. Вот тебя сейчас. А, гори нафиг. Пёсу, пёсу. Так, этого мы убили. Следующего убили. Этого убили. Так, этого сейчас щелкнем. Хорошо, смотри. Да, замечательно, мы прошли уровень. Сейчас получим звезду. Ну вот, хорошо. Хорошо. А, давайте снаряжение зайдем. Собаку, может быть, улучшить или здоровье? Ага, здоровье стоит 100.
Давай, знаешь что, Зем, давай здоровье прокачаем. И автомат. Достаточно. Ну, пистолет, не знаю, давай. Пёшку. А, собаки. Давай пистолет. Хорошо. Прокачаем пистолет с вами, ребята. Так, а здесь прокачка у нас, я так понимаю, мы можем приобрести. Броньку. Да, защита от взрывного оружия. Броня первого уровня. Давайте приобретем. Все нормально. Замечательно. Поехали дальше. Так, мы где-то на базе уже. Давайте я буду с ножичками искать. Есть. Вот этого чувака сейчас. Стопс. Так, вот это, смотри, вот этот стоит. Давай его. Раз, есть. Следующий, вот этого второго. Готово. Так, автомат. Ой, хорошо. Автомат вообще тема. Мы будем автомат использовать. Лучше прокачивать. Все прошли, смотри, мы легко прошли еще один уровень. Сейчас нам дадут. Ага, чтобы звезду получить, надо еще прокачиваться. Ё-моё. Ну ладно, поехали. Поехали дальше. Так, будем пока использовать ножи. Давай, отдыхай. А у нас нож убивает прям конкретно. Да? О, давай автоматиком. Нас на пёску подавай. Дай нам пёску помогает. Автомат у меня 4 еще патрончика. Ой, хорошо. Все, надеюсь, прошли. Офигеть, с таким минимальным здоровьем, ребята, мы пошли. Это очень даже круто. Очень даже хорошо. А, мне интересно, смогу я автомат покруче взять? Так, снаряжение. Снаряжение. Давай прокачаем автомат. И теперь купим, может быть, помощнее автомат. У нас есть... А, у нас одна звезда, ребята. Ну, давай купим тогда берет. Легкая броня первого уровня. Хорошо. Ну все, купили мы беретик полностью. Теперь будем, будем прокачивать звезды, чтобы больше звезд. Так, по снаряжению у нас есть 100 монет. Что купим? Давай прокачаем собачку тогда. Все. Поехали дальше собирать денежки. Миссия 5. Вау. Где-то мы в тюряшке. В тюряшке проходим. Да, ножи выкидывают максимально. Хорошо прям уничтожают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не смог пройти, да? Офигеть. Так, давайте, значит, снаряжение посмотрим, прокачаем. Надо мне прокачивать, все-таки, слушай, не собачку, а здоровье. Здоровье стоит 200. Надо прокачать максимально здоровье нам. Максимально могли побольше пройти. Я тоже сейчас. Хорошо. Давай автоматом буду пользоваться. О! Так, 8. 8 у меня. Потом, я думаю, можно... Ух ты, ё-моё. Я думаю, потом можно поменять, наверное, нет? Это место, где автомат писал. Так, 300, давай снаряжение зайдем. Прокачаем сейчас с вами. Так, ножи я не буду прокачивать. Я буду прокачивать здоровье. Я буду прокачивать... ну, пёску я тоже пока не буду прокачивать. Она, потому что не очень эффективна, она убегает постоянно. А вот автомат тема. Самое это прикольное, это автомат. Так, ну-ка. Да, автомат очень классный. Так, давай сразу к пёску. На, получи, отдыхай. Смотри. Им нож особо не то самое. Не причиняет вред. Миссия 6. Хорошо, продолжить дальше. Так, это у нас такая карта. Она, в принципе, не сильно большая, я не знаю. Мы эту игрушечку быстро пройдем сами. Так, автоматик. Может быть, это пса позовем. Давай. Ё-моё, какой-то там чувак стоял. Мощный. О, смотри, с ножом стоит. Так, тихо. На тебе ножичек. Отдыхай. Так, есть у нас еще собачка.
Надо получить. Так, все кончились у нас, ребяточки. Все покончалось. А, сколько у меня, интересно, звездочек? Прокачка, смотрим. Да, у нас три звезды даже есть. Давай купим тогда вот этот автомат. Автомат третьего уровня. Да, да, да. Покупаем. А, в смысле? Я пока эти не куплю, я то сверху не смогу приобрести. Понятно, хорошо. Давай возьмем вот этот автомат. И давай... А, все, уже одна звезда там у нас осталась. Чего это? Снаряжение. Снаряжение будем прокачивать здоровье. 350 стоит. Либо автомат. Второе оружие. Ну, давай. А, давай прокачаем автомат. Пока здоровье пока не будем прокачивать. Ничего страшного. Отправляемся в атаку. О, сейчас проверим. О, хороший, хороший автомат. Нормально. Да. Прям нормальненько у него поражает. Поражение офигенное. Так, у нас две пёски есть. Смотри ещё. Давай пёску сейчас. Так, этого сверху. О, вот этого надо гасить. Ё-моё. Всё, справились. А, ты ещё живой оказался, а? Гадёныш. Так, автомат. А, я прошёл. Ура! Победа! Победа, ребята. Мы прошли уровень. И заработали очень много чего. Миссия седьмая. Давайте посмотрим по снаряжению. А, давайте улучшим, естественно, здоровье. И давай улучшим пёску. Три собаки у нас. Нормально. Три собачки. В прокачке. Что у нас есть еще в прокачке? Что мы здесь с вами можем улучшить? У нас три звезды есть. А, купим новую... Давай оружие лучше возьмем. Да, скорострельность 80 выстрелов в минуту. Это 60, это 80. Здесь выстрелов 100, а здесь выстрелов 120. Офигеть, нормально. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий. И я снимаю, продолжаю снимать. Ну что ж, а на этом будем прощаться. Всем пока-пока.